Приветствую на канале «Правильный выбор». В этом обзоре речь пойдет о телевизоре от компании Samsung. Модель QLED QE50Q60TAU. В описании к видео вы найдете ссылки с лучшими ценами на данный ТВ. Я очень старался, подготавливая этот обзор, и надеюсь, вы оцените его лайком и подпишитесь на наш канал. А чтобы оставаться в курсе новинок мира гаджетов, включайте колокольчик. Диагональ экрана 50 дюймов, разрешение 3840 на 2160, подсветка Edge LED, матрица VA, глубина цвета 8 бит плюс технология FRC, частота обновления 60 Гц. Технология квантовых точек обеспечивает наилучшее качество изображения. Благодаря 100% объему цвета технология квантовых точек преобразует свет в потрясающую цветовую палитру, причем качество цветопередачи при этом остается стабильным при любом уровне яркости. Наслаждайтесь более реалистичными цветами и четкой контрастностью с помощью инновационной технологии двойной подсветки Dual LED, которая оптимизирует тон подсветки в соответствии с просматриваемым изображением. Технология Quantum HDR позволяет выявить мельчайшие детали изображения и обеспечить оптимальную контрастность, чтобы вы получили максимальное удовольствие от просмотра каждой сцены. Технология динамического мэппинга HDR10+, характеристики которой превышают требования обычных стандартов, позволяет создавать более глубокие оттенки черного, более естественную цветопередачу и улучшенную детализацию. Мощный процессор Quantum 4K оптимизирует качество изображения, обеспечивая наилучшие условия просмотра и улучшает визуальные характеристики контента. Сейчас вы можете видеть углы обзора телевизора по горизонтали. Оптимальное расстояние от глаз до экрана телевизора для просмотра контента UHD с данной модели 210 сантиметров. Тонкий и элегантный безрамочный дизайн не отвлекает ваше внимание от изображения на экране. Минималистичный дизайн телевизора и отсутствие рамки со всех четырех сторон устанавливают новые стандарты для телевизоров. Теперь вы сможете испытать настоящий эффект погружения в происходящее на экране. Размеры телевизора 112 см в ширину, 64 см в высоту, толщина 6 см, вес 12,9 кг, цвет черный. Если у вас появится желание установить телевизор на стену, то подставку можно демонтировать. Предусмотрено крепление веса 200 на 200. На задней панели расположены стандартные разъемы. Присутствует один оптический аудиовыход Optical Audio Out. С его помощью можно передавать звук с телевизора на домашний кинотеатр. Достаточно подключить их друг к другу через оптический кабель. Модель поддерживает Wi-Fi 5 ГГц и Bluetooth версии 4.2. Input lag при разрешении 3840 на 2160 достигает 9,6 миллисекунды. Операционная система Tizen 5.5. Получите максимум от просмотра ТВ. Платформа Smart Hub собрала весь ваш любимый контент в одном месте, а универсальный пульт One Remote обеспечил удобный доступ и комфортное управление. Теперь одного пульта достаточно, чтобы управлять всеми подключенными к QLED устройствами. Интерьерный режим Ambient. Обратите внимание, как ваш телевизор становится почти невидимым, подстраиваясь под фактуру и цвет стены, на которой он размещен. Режим Ambient позволяет вывести на экран информацию о погоде, времени, знаменитые произведения искусства или ваши любимые фото. Теперь телевизор — это не просто черный экран, а стильный и универсальный элемент интерьера. ТВ и смартфон на одном экране. Режим Multiview делит экран ТВ на две части, в одну из которых помещает контент, который вы смотрите в данный момент на ТВ, а в другой помещает контент с вашего смартфона. Это означает, что вам не нужно больше отвлекаться от экрана ТВ для просмотра контента на экране телефона. Умный дом с помощью QLED TV. Все подключенные устройства теперь на одном экране. Просто установите приложение SmartThings на вашем QLED, получайте уведомления и управляйте другими устройствами, подключенными к системе умного дома. Обновленный процессор Quantum 4K создаст невероятные ощущения от просмотра в совершенно новом формате. Наслаждайтесь изображением с удивительной четкостью деталей и звуком, оптимизированным для каждой сцены. Выходная мощность 20 Вт по 10 Вт на каждый из двух динамиков. Звук можно передавать по Bluetooth.
Я проанализировал отзывы пользователей и выделил, на что в основном они жалуются. Для крепления на стену нужно докупать болты. Реклама в Smart Hub. Не хватает глубины черного. Не поддерживает формат аудио DTS. Подключен к сети, но не виден в Smart View. Немного подтормаживает меню. Нет возможности изменять последовательность каналов. Нет поддержки кодеков DVX и X-Vid. Нет выхода для наушников, мало разъемов. Чтобы быть объективным, сейчас расскажу о положительных отзывах. Хороший функционал. Удобный смарт. Симпатичный дизайн. Красочная и яркая картинка. Удобный пульт. Сопряжение с телефоном без проблем. Соотношение цена-качество. Хороший звук. Хорошая диагональ за свои деньги. Если вы стали владельцем такого телевизора, поделитесь в комментариях своим мнением о данной модели. Напоминаю, ссылки на актуальные цены вы найдете в описании к видео. Обзор подошел к концу, и я надеюсь, вы уже поставили лайк и подписались на канал. Не забывайте активировать колокольчик. Всем пока!